другим новостям. В Караганде вырубают деревья. В нашу редакцию обратились горожане, которым не безразлично экологическое состояние шахтерской столицы. Карагандинцы обеспокоены вырубкой деревьев в центре города. В районе подстанции Ботаническая под воздушные линии электропередачи от зеленых насаждений остались пни. Насколько законна такая вырубка, выясняли наши корреспонденты. В Центральном парке в районе подстанции Ботаническая под воздушной линией электропередач вырубили большое количество деревьев, звучит сообщение. Линия принадлежит компании «Караганды-Жарык». Горожане уверяют, что каждый год деревья подрезались, чтобы ветки не касались проводов. В этом году их попросту вырубили. Сегодня лесной массив разбавляют несколько десятков пней и спиленные стволы. В компании «Караганды-Жарык» нам пояснили, что обрезка и спил деревьев производится согласно правилам охраны электрических сетей. А значит, вырубка многолетних насаждений – нынче в стране по закону. Речь идет не о вырубке культурных насаждений, а о расчистке просек в охранных зонах. В данном случае Караганды-Жарык обязан содержать линии электропередач в надлежащем виде. Все это производится согласно правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт. Это значит, что рядом с опорами и проводами на определенном расстоянии, а именно по 8 метров в каждую сторону, не должно быть ни деревьев, ни строений. Даже когда между линией и верхушкой деревьев расстояние метр, это уже опасно для жизни. Между проводом и деревом проскакивает искра. По стволу дерева энергия уходит в землю, возникает шаговое напряжение, которое может и покалечить, и убить. Ирина Камышова, Бауыржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.